Курорт Святого Константина Елены – старейший курорт Болгарии. Он расположен всего в 8 километрах от Варны и был основан в 1908 году как бальнеологический центр. Курорт заслужил популярность благодаря уникальной комбинации чистого горного воздуха, минеральных источников и моря. Изюминка этого курорта, да и всех морских курортов, уходящих на север страны – термальные минеральные воды. А старый тенистый и душистый парк – любимое место прогулок туристов. Здесь специфический микроклимат с высокой концентрацией легких отрицательных ионов. Вот монастырь Святого Константина и Елены. На курорте множество немецких туристов и индикаторов доступного и качественного отдыха. Они говорят, что пару недель отдыха в Болгарии позволяет им подлечиться так, чтобы без проблем пережить холодное время года. Сказать об отсутствии языкового барьера – это значит не сказать ничего. Все болгары старше 30 лет свободно владеют русским и с удовольствием общаются с россиянами. Ведь русский они учили в школе наравне с родным. Отличие отелей этого курорта – бассейны с термальной минеральной водой, которая лечит заболевания желудочного тракта, печени, почечные, гинекологические и неврологические заболевания, помогает при ревматизме и артритах. Вода пьет с глубины в 2000 метров, с первоначальной температурой в 48 градусов. В бассейны она поступает уже с приятной для тела температурой в 36-38 градусов. Болгары улыбчивы, отзывчивы, ненавязчивы, под стать мягкому черноморскому климату. А небольшое время в пути, разделяющее Краснодар и Варну, особо не напрягает. Организм не требует переключения и акклиматизации. Другой часовой пояс позволяет лучше выспаться и отдохнуть. На курорте Святого Константина и Елены расположились отели различной звездности. Но любой вкус и достаток. Одни прячутся в тени вековых деревьев, другие стоят на самом берегу моря. Много отелей в Болгарии работают по системе all-inclusive, все включено. При этом отдыхающие не ограничены в выборе и могут также пользоваться платными барами и ресторанами. Услуги спа-центров, которые имеют большинство 4- и 5-звездочных отелей, отличаются разнообразными программами и удивляют невысокими ценами. Главный упор идет на восстановление молодости и красоты. Что касается восстановления здоровья, этим занимаются природно-климатические условия курортов и обилие лечебных программ. Богатая растительность, многочисленные хвойные положительно влияют на дыхательные пути. Полоса пляжа, покрытого золотым песком, протянулась на 5 километров. Климат и теплая минеральная вода дают возможность для отдыха и лечения в течение всего года, и отдыхающие сами выбирают характер водных процедур. Лечебно-оздоровительные в термальных бассейнах или оздоровительно-восстановительные в естественной среде морской стихии.